Мужчина, оденьте маску, пожалуйста. Теперь в торговые центры Белгорода посетители впускают только в средствах индивидуальной защиты. Работы прибавилось с сегодняшнего дня? Ну, вообще, она всегда тут есть. Но в связи с такими обстоятельствами, конечно, да. Потому что надо следить, чтобы люди ходили в масках, обрабатывали руки. Вот там вот еще висит антисептик. На входе «обрабатываем руки» людей пока немного. Жители старше 65 лет остаются дома. На одного посетителя магазинов должно приходиться не менее 50 квадратных метров площади. Так что столпотворения в торговых центрах исключены, просят соблюдать дистанцию. Но уже чувствуется, что город оживает. В торговом зале даже рыбки в аквариуме стали активнее. Им явно не хватало внимания. Давно никуда не выходили, и уже как бы пандемия началась в холодное время, а уже теплое, пора как бы сменить гардероб. Стали уже сидеть дома, наконец вышли на работу, первый день сегодня. Единственное, что просим покупателей, соблюдать дистанцию, ходить в масках, в перчатках, быть защищенными, здоровье прежде всего. Магазины с непродовольственными товарами сегодня работают первый день. Здесь клиентам предлагают обработать руки антисептиком и использовать маски. Соскучились по шопингу? Да, ужасно. Очень соскучилась уже. Наконец-то открыли магазины. Очень рада. Покупатели без масок теперь обслуживаться не будут. В противном случае организации грозит штраф, так что ругаться с продавцами бессмысленно. Можно использовать медицинскую маску или, как я, гигиеническую, многоразовую, которую можно стирать и дезинфицировать. Сколько с меня? Полторы. Отлично, давай. Кто рад смягчению ограничительных мер, так это арендаторы. Они считали дни до выхода на работу. Сидели дома, как на иголках, в подвешенном состоянии. Никто не понимал, когда удастся вновь нормально заниматься бизнесом. И удастся ли вообще. Конечно, было очень сложно, ситуация была нервная, неопределенность, но мы пережили. Мы полностью сохранили наши коллективы, вышли на работу. Все классно, задорно, ждем наших покупателей. А зарплату удалось сохранить? Зарплату, да, удалось сохранить. По-прежнему закрыты кинотеатры, бары, фитнес-центры, места массового отдыха. Спортивные мероприятия тоже пока под запретом. Надо помнить, если эпидситуация ухудшится, прежние ограничения могут вернуть. Виктор Апальков, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.